Ремонт проспектов Ленина и Кольчугинского от проспекта Текстильщиков до Юргинской идет в рамках соглашения с Министерством ЖКХ. На сегодняшний день выполнены работы по снятию и фрезерованию старого дорожного полотна. Установки бортового камня ведутся работы по обустройству водоотвода и устройству щебеночного основания. Приступили к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Протяженность этого участка дороги составляет 1 километр 400 метров.